Делегация Чувашии вернулась с 18-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». О принятых решениях и новых партийных проектах в материале Родиона Архипова и Бориса Андреева. Особое внимание на съезде уделили развитию сельских территорий. Программа должна перейти в новый национальный проект. Важно сейчас социальное развитие села. Этот проект является очень актуальным для Чувашии. Я думаю, что там тоже люди на селе заслуживают того, чтобы жить достойно. На дискуссионной площадке «Городская среда» и «Чистая страна» отметили, что партия отстояла возможность сохранить на будущий год действующий порядок предоставления субсидий регионам на благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов, а также населенных пунктов с населением более 1000 человек. Что касается Чувашии, многие делегаты и участники съезда отмечают положительную динамику на примере ее столицы. Но удивительно красивый город. И вы знаете, диалог диалогом, закон законом, его надо выполнять. Но все еще зависит от людей. И то, что граждане и Чебоксара, и других городов сегодня сами, в том числе, занимаются обустройством своей городской среды, это огромная заслуга. Участники и делегаты подвели итоги региональных дискуссий. Предложили утвердить идеологическую составляющую к уставу партии, этические нормы для членов «Единой России», создать комиссию по этике, а также ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных первичек. Говорили и о том, что правильность и реальность предвыборной программы партии проверена временем. Правящие партии отличаются от других партий тем, что у них большая ответственность. Нет таких вот принципиальных больших у нас возможностей, есть только ответственность перед людьми, за которых мы отвечаем перед всеми. И ответственность перед городом, ответственность перед республикой, ответственность перед Российской Федерацией. Депутаты Госдумы и координаторы партийных проектов представили новые направления, которые станут приоритетами в 2019 году. Мы сейчас возобновили на съезде направление «Бассейны вузов», благодаря которому, вот как раз я тоже координирую этот проект, у нас в Чувашском госуниверситете появляется бассейн. Поэтому мы сейчас уже начали все подготовительные работы с ректором университета Александровым Андреем Юрьевичем. Нас поддерживает глава республики Михаил Васильевич Игнатьев. Ну и поставлены задачи определенные, конкретные на ближайшие 2-3 года для того, чтобы действительно в сложных политических условиях добиться хорошего результата. Как отметил председатель партии «Единая Россия» премьер-министр Дмитрий Медведев, необходимо сделать очередной шаг в развитии, чтобы соответствовать своим обязательствам и сохранить доверие граждан. Родион Архипов, Борис Андреев, Республика.